Здравствуйте, товарищи! Это рубрика Art Battle на канале Animars Show, где 4 художника визуализируют выдуманные слова наподобие шлакоблоку и затем обсуждают получившиеся арты. Тема выпуска – Хэллоуин, ужасы, монстрики! За работу, товарищи! В сегодняшнем выпуске участвуют Завр. Привет всем, я Завр, и я люблю рычать. А кто запрещал? А кто запрещал? В 30 лет уже скелет. Фанфики, ой, 18+, дыр-дыр-дыр. Короче, идеальная 15-летняя девчонка, просто. Роди. Всем привет, с вами могучий, прекрасный, ужасающий, страстный, изумительный, всепобеждающий, неустанный, решительный, чарующий, таинственный, чувственный, бесстрашный, непобедимый. Роди. Вкусно, но грустно. Люблю дряхлые тела очень. Блин, живу в Египте, теперь буду оглядываться, если буду видеть ос. Там одна гитара. Кивир. Во избежание недопониманий, сейчас я показываю вам кошку, потому что я так захотел. А не потому, что ничего не рисовал и мне нечего показывать. Надеюсь, мы с вами правильно друг друга поняли. Ты меня разозлил! Вот ты меня разозлил! Эктор. Так, ну вот я приветствие записываю после обсуждения, вот мне сказали, что у меня навыки резко подтянулись, ну, хрен знает, судите сами. Вот вы никто, вот... Ошибка, стоп, 0-0-0-0-0, это же очевидно, пришло время переустановить шейдер, да, ко-ко-ко-ко-ко. Первое слово, допускелет. Та-та-та-там, пожалуйста. Стильно. Стильно, модно, молодежно, уцил очки. Короче, здесь я насчитал двух Джеков Скеллингтонов из Тайны Коко, вот этот чувак, не помню, как его зовут на самом деле. Санс. Монстр Хай. Да, вот не этот. Не зря Тянку взяли. И, короче, Крик. Все правильно, кроме того, что тут один Джек Скеллингтон, а второй, который рядом с Сансом, логотип Гориллос. Потому что. Ладно, а в чем суть-то? Я разобрала на допус, скелет и лет. То есть главный вот скелет по центру, это охранник, который допускает всех скелет на слет супер популярных скелетов. А сам он неизвестный, просто какой-то охранник, и у него сегодня день рождения, и он просто такой в одиночестве. Вкусно, но грустно. Ну что с грустного-то начали, а? Зачем? Какая-то очень конкретная эта ситуация. Это, понимаешь, это отсылка к Николаю, наверное. 30 лет за допу скелет. В 30 лет уже скелет. Я знаю, что я сейчас понял? Просто цветовую гамму диванист сейчас все оценили. Плюс 15 от Мамулова. Мне интересно, найдете отсылки? Воу, блин. Это улыбка Анимарса, да? А, смотря где, подожди. Жаки, ну, вот это какой-то жаки. Мои соболезнования тем, кто это смотрит в полный экран. Страшно, вырубай, очень страшно. Где вы нашли улыбку Анимарса? Внизу, типа, суппот, что это? Суппот — это допус назад. Да, наоборот, да. Это теорема. Вы правильно мыслите, я просто взял, перевернул слово. Я очень умный, очень хитрый. И очень оригинальный. Типа, да. Если перевернуть скелет, там получится как-то криво телек. Телекс. Телекс. Да. Телекс суппот. Это гениально. Ну это гениально, да, но если бы... Ты смотрел первый выпуск Art Battle на Анимарсе? С Рэмом, который был? Ну смотрел, но не припомню. Ну вот он так же сделал. А кто запрещал? А кто запрещал? Вот тогда были прям... А да. Сейчас, ну, а сейчас второй уже... не первый, как бы. Ау. Что-то показалось, что у него зрачки дрожали. Сейчас. Поясняю, тут еще две отсылки вы не насчитали. Вон там вот Мишка Фреда и Заяц-робот из «Ну, погоди». Так, а где там из «Ну, погоди, Заяц»? А вон он в самом левом углу. Его вообще не опознать. Проверяем ваше зрение. У меня -3. У меня тоже. Завр, 1000-7 у меня. Нет, это просто белый прямоугольник с двумя черными. Это больше, знаешь, как похоже на клавиши пианино, знаешь? Ну, такие... у него улыбка такая, что как пианино. Да, вот эти зубы тоже на клавиши похожи. Да, да. Поиграли бы на них? Он бы скорее играл на нас. Это как танец на костях, а это вот игра на зубах. Игра кальмара на зубах. Так, господа, ну полчаса это как бы... Это трансформер, потому что это арсонавт, арсолет. Знаешь, типа вот сам стиль очень похож на Леню. Ну да, вот эти маски. Короче, я понял. Надо объяснять концепцию. Значит, допускелет в русском языке современном есть такая тенденция упразднять букву Ё. Это как бы не совсем правильно. Можно вспомнить пример про «скоро передохнем от холода» или «передохнем». Да, буква Е или Ё. Допускелет? Я предположил, что это был, да, допускелет. Самолет с ужасными допусками. Слишком технично, я не понимаю. Слушай, усы Анимарса. Ой, усы Арса, соответственно. Я же сказала, что это арсолет. Усы Арса. Потому что тут есть часть ус, а известные политически неангажированные усы мне на ум пришли только арсовские. Плюс слово пуск. Запуск. То есть огромная рогатка из елок. А мне кажется, что пилот похож на этого пугала из одного из аниме Хаяо Миядзаки, там этот. А, «Ходячий замок Хаула».
Ну, нет, оно про... по-моему, в другом был, он про... Не, в «Ходячем замке Хала» там было пугало. Ой, надо пересмотреть, значит. Классику не знаете, Этот товарищ Эктор, который сидит и тихонько думает, я ничего не смотрел. Я из аниме смотрел только босоногого Гена. Я не смотрю аниме, у меня дед мусульманин. У меня единственная ассоциация с этим всем, у меня просто сейчас в голове такая, от винта... Киберпок, что тут видос? Какой? Кошмар. Что за смех? Это знаешь, вот этот мем, который сейчас популярен, там из суперсемейки, по-моему, тот, кто знает, и тот, кто не знает. Да, даже за реально. По задумке твоей, кто пилот-то? Ну, во-первых, я очень недоволен темой, мягко говоря, потому что в нашей культуре нет такого праздника, как Хэллоуин, и не знаю я про него ровным счетом ни хрена. Соответственно, единственное, что мне пришло в голову, это «Ночь перед Рождеством», по-моему, называется. Кошмар перед Рождеством. Рождеством. Кошмар. Почему я его даже не смотрел. Я просто видел когда-то какие-то скриншоты. Вот эти ваши Хэллоуины придумали тут. Вот то ли дело «Яблочному Спасу» посвятили бы выпуск, а? Йоу! Вот это! Вот дудец! Слушай, интересно. Какая-то подозрительная анимешная справа там. Там паровозик, там отсылка на паровозик, дыр-дыр-дыр. Описанная на всем полотне ситуация, мне кажется, весьма понятная и жизненная. Весьма вот понятная. Пират зашел в интернет, я так поняла, прочитал фанфики и умер. Вот начнешь общаться с какой-нибудь приятной барышней, а через некоторое время узнаешь о ее многочисленных скелетах в шкафу, к которым, как назло, получаешь доступ лишь спустя длительное время после общения, когда успеваешь к ней привыкнуть, привязаться и так далее. Найдите на картинке 5 скелетов отсылок. Твои шпаргалки звучат как сочинение по литературе, понимаешь? Да-да-да. Скорее, задача из математики. Найдите 5 тараканов. Сколько тараканов? О, тут знаешь что? Тут, короче, я заприметил вот этих двух скелетов из анимации, где обычно любят, короче, под эту под песню Spooky Scary Skeleton. А, Spooky Scary Skeleton. Короче, Санса увидел я в нижнем правом углу. Санс? В изображении героини, которая приоткрыла шкаф своими скелетами, вот, рисуночки. Там слишком мало ватермарок, нереалистично. А где Фури? Где Фури? Я требую Фури. Да, Фури бы надо было добавить. Они в огне просто горят. Славят дьявола. Я, кстати, недавно видела арт Кощея в клубничном платье, ну, платье с клубничками, я такая думаю, о, да. Люблю дряхлые тела очень. Крутое откровение. Старух полюбил! Короче, скелет, наверное, это медведя, что ли, какого-то. Справа, сверху. Это, короче, череп мопс, когда-то вот эти мемы были. ПК геймер, Xbox геймер. А, точно. А, да, поняла. Зачем вот чуваку, который, типа, является знакомым вот этой вот девульки, шапка в виде такой... Пиратской шляпы. У него шрам на левой щеке. У кого был шрам на левой щеке? У черного пса. У Билли Бонса. Ой, у Билли Бонса. Бедный Бонс убили. А что за похлебку, которую он ест? Вот? Погоди, это древний мем с хлопьями перед... О, господи. А ты только сейчас понял? Типа, это же реально троллфейс. О, боже. Не, я понимаю, но похлебка зачем? Почему она именно зеленого цвета? Но это же отвратительно, он блюет, понимаешь? Вот это рвота пошла. Рвота, подъем! Фанфики, ёй, 18+, дыр-дыр-дыр. Короче, идеальная 15-летняя девчонка. Просто. Эталон. Не бойся, Юбаска. Второе слово. Ты квартира. Йо, Джеймс и гигантский персик. Это Зор! Это Зор! Да. Подожди, сейчас. Ой, как оживились. Я сейчас все отсылки назову. Смотрите, давай. Джеймс и гигантский персик. Раз. Вот это одна большая вот змея, это игрушка, которую дарили, короче, в «Кошмар перед Рождеством». Красава, да. Борис, короче, есть вероятность, что это имеется в виду кот Борис. Уважаю. Гениально. Еще из одного произведения Генри Селика вот у нас Каролина. Красавчик. Короче, тыква на куриных ножках, чайничек, Грегори. Вон там у нас свитер Крюгера есть. Уважаю, нашел. Вроде бы, ну не знаю, это Флауи ты пытался изобразить? Ну, это из Undertale уже, да? Да, из Undertale. Вот да. Я хотел хоть что-то назвать, вот чтобы... Ты хотя бы хотел, я как Сократ, я понял, что ничего не понял. Вот маленькое уточнение. Да. Где Джеймс, червяк, сверчок вот этот вот? Куда они все подевались? Смотри, это ж насекомые, а тут жаба. Ну как думаешь, куда они делись? Ах ты! Глубоко. И Джеймса сожрало! Этот дом маньяка, вы не понимаете. Вы думаете, вот что там свитер делает Фредди? Так она и его сожрала. Но тут, ребят, еще не все отсылки. Вы нашли половину. И там, возможно, Арс вон изображен. Да, да. Лягушка — это Ква. Да. Это лягушка Ира, она учит кварты. Вон там написано кварт. Ну, потому что... И потом вон у нее метла — это ведьма, которая полетит на слет. Аниматоров! Да.
ты угадал. Потом там чемоданчик рядом с свитером с Фредди Крюгера. Это фантастические твари. Загадочные. Фантастические. Ладно. Чел. Да я не смотрел, я не по Гарри Поттеру. А я Гарри Поттер просто. А я по Властелину колец, так что... А я футбольный мячик! Люди делятся на три типа. Выбирай, на чьей стороне ты. Обычно мы всегда говорим что-то, а вот... Да, вы без нас прекрасно ладите, типа. Вы позовите, как закончите. Воу-воу-воу, отсылочки. Какие классные у него руки. Борис, эти... Родя, собственно, Мамулов. Амогус. Лев Овчаренко. Как этот у Мамулова персонаж был? Господи, Жигуль, как его? Да, Жигуль. Сзади кто сидит, фанатеец? Кто? Я их вроде визуально знаю, но не знаю. Подожди, а ты квартира как расшифровывается? А здесь я прям запарился, подумал. Смотрите, тыква — это у нас, собственно, пампкин. Как называли у нас Кайл Гиаза в фильме Tenacious D? Правильно, его называли тыква. R-tier — это как, короче, обозначение его, соответственно, ранга. Вы спросите, что значит R? Вот как она расшифровывается здесь? Это роскошно. Я не понял, а там наверху что там, снюс написано или что? Да, это королева снюса Саня Устала. Осуждаю. Пустили диваниста на Анимарс просто? Собственно, на заднем плане слева сверху сидит Блэк Джек, точнее стоит. Если это Блэк Джек, то все остальные здесь присутствующие. Меня удивляет, как ты не нашел Летова здесь. Это Лет? Где Летов? Второй справа? Какой это Летов, ты чё? Я как специалист могу тебе сказать, что вот у него борода густая была в 2000-х, а когда он носил такие очки, это был, наверное, 87-й год и 88-й. Да она даже не серая же борода. У него волосы, понимаешь, не черные. Не успел посидеть. Ну да, посидеть не успел, его в психушку положили вместо этого. Это сердечки. Я здесь увидел, короче, Вормс, Пепе, собственно, тыква, которая «я очень голоден». У меня с «я очень голоден» ассоциируется только мем, типа «нет, спасибо, я не голодный». Там артиллерия еще. Артиллерия, да. Это арт-удар. Вормс, Армагеддон, это, ну, все-таки... Классика. Ну, короче, вар и тир, война и, ну, соответственно... Стрелялки. Плюс-минус соотносится с темой игры. Это раз. Часть Ква — это Пепе. Пепе делает то, что в игре называется тычок или тык, я не помню уже точно. Потом еще варить сварщик. Ну и название команды. Я не силен в теории музыки, но вроде как эти ноты друг другу приходятся квартами. Опять очередной человек, который использует кварты. Аптечка. Просто лови аптечку и все. Вот честно скажу, я вообще не выкупаю отсылки на вот арте. Вот вы никто, вот... Так это ж мастер и Маргарита. Вот кто-то понял, да, потому что так как этот ваш Хэллоуин тесно связан с мистикой, то мне показалось вполне уместным вспомнить мастера и Маргариту и изобразить ту самую нехорошую квартиру, где поселился Воланд со своей свитой. Тут коровьев, бегемот, да. Как я разобрал слово? Ну, квартира, понятно, да? Там, видите, артик с тыквой? Да, видим. Угу. Там даже видно ватермарку Раи. Раиса! А, да! Да, она на меня подписана, она, короче, она самая активная в анимарсе. Тихо, нет. Раиса, ты это видишь? Это ты теперь знаменитость, потому что нехрен было мне личку засорять. Она тыковкой себя называет. Она не раз сообщала мне об этом в ЛС, и, собственно, это ее арт, я прям скопировал, вставил. Она тебе писала. Да, арта, тыква. Квартира. А что там картина? Что там за картина на заднем плане, за креслом? Это Ирина. Угадайте, какая? Там брат, это типа из брата? Да, это Салтыкова. Не, ну неплохо. Мне нравится этот бегемот, потому что он похож на прадедушку Бориса. В принципе... Бегемот? Ну, кот бегемот. Ты что, не шаришь? Нет. Ты мастера Маргариту не читал, что ли? Тьфу, необразованный. Моя ставка, что твоя третья работа тоже будет шумом. Это да. У тебя новое, да. Вот это вот. Ты теперь шум везде кидаешь. Фишка. Новый фетиш. Ну а что, понимаешь, это способ не заморачиваться с текстурами. Понимаешь? Халявщик. Ну на самом деле шум добавляет жиру к картине. Очень добавляет. Посмотри на кадры Кощея. Да, блин. Это, понимаешь, это просто как вот пленка советских мультиков в хорошем качестве. На самом деле должна отметить, что... Ты как бы это, скилл вырос, потому что я помню, типа, первые работы из первых арт-батлов, ну, типа, такое. Вот на первом арте у Эктора очень приятная палитра. Да, кстати. И тут уже видно цветовая гамма, как-то перспектива немножко чуть лучше стала. Короче, нормально, норм. Вот, вообще это перерисованный кадр. А, это же та самая экранизация, где вот эта каноничная песня, типа... Это Инри. Ту-ту-ту-ту. Да, Инри, абракадабра, Инри. Идеально. Третье слово — основампир. Улыбка Анимарса. Да, ты умничка.
Короче, это вампир на перу. И эта желтая штука, это желтая масса, это особь. Вампир решает как бы привлечь к себе внимание на празднестве и из своего вина как бы выпускает ос. Такой немножко библейский сюжет. Карам господним, ну, к египетским, что там на них напали то ли овод, то ли осы, одна из кар. И как бы эта нечисть, она сделает из вина, ну, то есть не воду в вино, а вино в как бы кару человечества. Блин, живу в Египте, теперь буду оглядываться, если буду видеть ос. Аккуратнее, чувак, это мои. А вообще, изначально набросок был такой, что у него лицо было похоже на лицо Марселин, потом я решила включить самодеятельность. И он теперь похож на арбуз. Типа, у него такие какие-то шрамы, и он похож на арбуз. Я старалась просто, чтобы... Арбуз. Да, арбузный. И не говори, что не ел! Очень похож на экранизацию в Советском Союзе по «Алисе в стране чудес». Очень похож. Да, будем считать, что это оттуда. Да, это вот ссылка, да. И это специально. Ищите отсылки, давайте. Да. Джек Скеллингтон. Опять кто-то умер. Кощей. Ну там Глэм сразу. Арс. Этот. Летов продолжает тут тусить. Да. Амогус. А, ну вся та же компания, в принципе. Тут маленький вот этот чел, он с боксерскими этими. Я думаю, мы от его лица видели предыдущий арт твой. Короче, это могила. Угадайте, кто в могиле? А, вот этот чувак в шапке, знаете кто? Это, короче, Хасби. А, слева это из курьера вот этот вот начальник. Да? Ой, слушай, ну ты очень точно сейчас сказал, но нет. Я пытался сделать отсылку на «Малый метр» был, короче, «Backwater Gospel» называется. Там был «Undertaker», может. Да, а, я так и подумал. Это вот, типа это на него, избили, типа. Избили этого чувака, который, да, в церковь бомжа, ходил, короче. Да. Типа все, кто добрый, и он не уходил. Да. К этому же отсылка. Вот вы думаете, почему Летов держит зонтик? Потому что скоро начнется дождь. Оу. А еще мы не упомянули прекрасного улыбалыча. Короче, это Ливси. Прикинь, он ржет все это время. А потому что надо меньше пить, друзья. Это скорее уж Глэм. А прикинь, вот эти двое стоят. Так они два скорешились вместе, вот и стоят. Вот еще кто улыбается. Никого не напоминает? Хз, кто это? Это же сам Николай Белев. А как мы должны... А! Из Белева, что ли? Да, это Белев. Почему очки не желтые, а в точности, как у Игоря Федоровича? Да. Потому что черно-белые. Почему подсолнух не черно-белый? Я, короче, смотрел недавно фильм, называется «Проклятие Чаки». Там, короче, была сцена с подсолнухами. Вот этот главный злодей взял в рабство вот эту мать главной героини и ставил ей везде подсолнухи. И они были всегда желтые, вне черно-белого. И, короче, ей это настолько запомнилось, вот эти подсолнухи, что она до конца своей жизни их рисовала все время. Ван Гог такой просто. Понимаю. Смотри, вот этот дед, который с крюком, который одноглазый, это не из мультика, это хоть зарубежный, по-моему, про лагерь какой-то там. Я тебя сейчас так зауважал, слушай. Я думал, никто не узнает. Ты узнал, молодец. Это, короче, завхоз из кемп-кемпа. Мне кажется, сейчас у Белова играет эта песня, типа, антидепрессант. Кивир сегодня самый главный молчун просто. Простите, я уснул. Потому что я ни хрена не понимаю. Сейчас. Нифига не понятно, но очень я-то интересно. Я-то думал, что это товарищ Эктор у нас этот, ограниченный в своем кругозоре. Ну, а, да. Оказалось, что... Да. Я завхозу узнал. А да? Я могильщика, чё? Раз на раз. О. А я футбольный мячик! Да, собственно, почему я образовал слово? Да, потому что... Сейчас с этим не определились даже. Я взял, опять перевернул слово, у меня получилось. Вон сурип. Ам, это, короче, наверное, его съели. Его съел моя жаба, вон та. Да. Тупо картина, понимаешь, вот взаимодействие друг с другом, ну как это, триптих или как? Да, триптих. Прошу... Чибики! Прошу минуту на оправдание. Ошибка, стоп, 0-0-0-0-0, это же очевидно, пришло время переустановить шейдер, да, какого Уступай. В толпе импостер этот с клычками. Вампир там, надо короче. Же, да. Ну надо же вампира куда-то запихнуть, ну вот он и есть. Потому что я понятия не имел, что рисовать на это слово. Полковник, это нельзя же просто так взять и на арте не испоганить название какого-нибудь бренда. Ну есть маршал, допустим, комбики, вот это полковник. Комбик тут не просто так, амп, усилитель. English. О, вы из Англии. Вынужден объяснить, значит, ова. Все по секретным документам, не вышедший эпизод Киона. Я не смотрю аниме, у меня дед мусульманин. ОС, соответственно, рипнулось, и все. Тоже рип. Тоже рип, да, тоже развернут. А, это, знаешь что, она с этими двумя гитарами как... Это не две гитары, ты не понимаешь. Там одна гитара. Удар, она ей махает. Допустим, махает, допустим, ты хреново передал визуальный эффект. Ты мангу читал когда-нибудь? Ты мангу читал? Чем? У них по два лица бывает, когда они поворачиваются, нарисованы. У них два лица, одно вперед, другое в бок. Вот это реально страшно, понимаешь? Ты меня разозлил.
Это мне напомнил номер пельменей. Вот там у него шарик был. С лопатой. Наоборот, лопата, да. Короче, на самом деле тут глубокая работа с цветом, потому что синий экран смерти, и люди на заднем плане тоже синие, ну так, голубенькие. Они Dead Inside! Нет, это мертвяки, это мертвяки! Это уже отсылка на Киша пошла, типа, мертвяки, ну типа там про мертвого анархиста песни. Вот, это на оно. Любую песню Киша. Да, любую песню Киша. Это все. О, сейчас Антар где-то порадовался из прошлого выпуска, чувак. Вот. Ужас! Воу! Это что, тирания? Тирания бедного Анимарса с косами. Это то, что придет, когда Анимарс станет великим. Это наше будущее, госпожа. Значит, о, комары напали. Это отсылка на этого, на Драга. Эта работа, она была нарисована целиком и полностью под импровизированный подкаст Николая Белова на сервере Анимарс. Но 14 октября вот сидел, слушал его, как он читал свою книжку по анимации, прям... Преисполнился в своем сознании. Преисполнился в познании, да, то есть... Как, знаешь, мудрый дед знаешь... говорит тебе, если домашка устная, значит, не задана. Когда с другом слушайте совет от прохожего бомжа. Ему снится сон, типа осно, сно, типа сны, как осы возводят здание в стиле ампир. Дом народов России, Академия народов России. А, я думал, ты метро. А я думал, сова. А я думал, сова. А я думал, не, я вам серьезно базарю, у меня в Волгограде точно такое же здание, но там типа вокзал. Почему на заднем плане Белов пародирующий Большого Брата? Это отсылка, в общем-то, к новоезу из 1984. Когда вот эти вот модные аббревиатуры стали вводить, сокращения. Новый, ампир, осы, осиный новый ампир, можно так сказать, да? Вот чудный осиный ампир, да? Да-да-да. На здании нарисовано, вы могли подумать, что это анархия, но нет. В таком государстве такие символы недопустимы, это обозначение ампера. Потому что тут даже хулиганы культурные, они учат физику. Надо походу замазать, потому что очень похоже на национал-большевистскую партию. Ну, вообще-то да, похоже, это как будто там реально серп. Лимоночка. Оставь, да. Это его кошмар. Я не знаю, вот у Эктора прям скилл какой-то подскочил резко. Да, ты на курсы записался или что-то типа того? Нет, ни хрена. Я никуда не записывался. Причем даже вот я последний раз рисовал, это был, ну, последний Арбат, когда мы рисовали, 12 июня. Вот 12 июня я записал себе последний Арбат. И я со своими еженедельными художками и ежедневным рисованием, ну да, пошла я нахрен. После ежедневной художки ты научишься только в академическом стиле рисовать кувшин. На самом деле, да, там учат именно рисовать что-то одно, и у тебя никогда не появится вот что-то... нарисовать свое. Понимаешь, я 3 года отучился, потом бросил. Вот я... Замечательно. Нарисую кувшины. Все остальное я вообще не понимаю. Не, чел, я вот... У Кивира, кстати, лучше стало все получаться. Тоже. Чел. Тоже неплохо. Чел, не надо так говорить. Я полчаса рисовался. На самом деле лучше стало намного рисовать. Чел, нет. Чел, да. Ух, ну что, досмотрели до сюда, не вырубили? Ошалеть! Срочно пишите комментарии по теме ролика, подпишитесь на канал, обязательно загляните в описание, проследуйте по ссылкам, распространяйте инфу об Анимарсе, бегом, бегом, быстрее! До свидания, с праздником!